Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня речь у нас пойдет, как сформировать елочку, как сделать ее пышнее, как замедлить рост елочки. Вот такая елочка у меня. У меня их две, одна зеленая, одна голубенькая. Свою елочку я уже формирую на протяжении 2 лет. Сейчас буду обрезку ей делать уже 3-й раз. Вот, тем самым я замедлила рост своей елочки, тем самым она стала пышненькая. Посмотрите, сейчас я подойду поближе, посмотрите. Вот, когда нужно делать обрезку елочки, когда у нее уже хорошо выпустится вот этот новый прирост, друзья мои. Только тогда нужно обрезать елочку. Если я здесь вот ее обрежу, то на будущий год у нее не один прирост будет, а уже несколько. Тем самым елочка становится красивая. Сами видите, да? Елочка просто шикарная. Это моя гордость. Все, кто приходит ко мне в сад, видят эту елочку, конечно, в восторге. Просто в восторге. Сову я туда применила. Сидит красавица. Вот. И что для этого надо? Нам для этого надо просто взять ножницы и начинать обрезать. Обрезаю я где-то вот настолько. Видите? Таким образом елочка наша на будущий год станет еще красивее. Не жалейте, сразу хочу сказать, если вы хотите видеть пышную елочку и замедлить рост, тогда не жалейте, друзья. Если у вас достаточно много места, вы можете, конечно, ее не обрезать, вот, дать расти. Но так как у меня в саду нету столько места, и мне не нужна, чтобы она быстро наросла, елочка, поэтому я делаю вот такую ей обрезку. Конечно, работа предстоит долгая, кропотливая, но оно того стоит, друзья. Оно того стоит. Обрезали. Я думаю, всем понятно и доступно. Пробуйте. И потом скажите свои отзывы. Но результат того, чего вы видите, я думаю, понятен, да? И полюбоваться на такую елочку одно удовольствие. Просто одно удовольствие. Поэтому обрезайте, формируйте и ничего не бойтесь. Вот такой вам небольшой ролик, друзья мои. Вот так я формирую свою елочку. Вот что у нас вышло. Обрезала я свою елочку, обрезала ее, наверное, часа 2.10 или 2.20, вот так вот по времени. Конечно, работа тяжелая. Если бы была еще выше, еще бы дольше получилось. Ну, вот так вот она сейчас выглядит, да. Конечно, не такая, может быть, красивая, как до этого, но на будущий год она будет вообще еще пышнее, еще красивее. Еще обрезала пару веток снизу немножко, потому что она прямо лежит у меня на земле. Вот, а у меня здесь цветочки. И маленько я пару веток пришлось мне срезать. Вот. Ну и, собственно говоря, что хотела вам рассказать, рассказала, показала, да, друзья, как выглядит сейчас после обрезки елка, да. Вот, пробуйте. Я думаю, у вас тоже все получится. Это, конечно, если вы хотите формировать и делать пышнее и тормозить в росте елку. Вот таким образом это все делается. Именно когда молоденькие. Два ведра, говорю, вот такой вот, ну, такого прироста хвойного я срезала. Ну, может быть, под гортензии положу, посмотрю, они молочные, как раз будет хорошая мульча. Все, всего вам доброго, друзья. Хорошего настроения, теплого лета. И здоровья вам, и здоровья вашим растениям, вашем саду. И пока-пока.